Друзья, всем привет! Канал Young Fishers на связи. Сегодня выбрались на рыбалочку, на зимнюю рыбалочку. Сегодня будем пробовать ловить на мотыля, на блесну. Посмотрим, что с этого получится, ребят. Мы сейчас вон будем уже к ставку идти. Сейчас вот готовимся, короче, вещи все собираем. Ну, в общем, ребятки, надеюсь, видос получится. Поэтому мы будем начинать. Рыбалочка началась. Посмотрим, что с этого получится. Вот недавно у нас 2 дня назад было минус 20 погода, даже до минус 25 доходило. А сейчас за 2 дня поменялось и уже плюс 5. Не знаем, что получится. Вода, он на льду стоит сверху. Поэтому не знаем, что получится. Попробуем. Ладно, ребят, поехали. Вода на льду. Растаял снег. Сейчас будем отспускаться идти. Вот, ребятки, подходим уже к ставку. Немного я отстал. Это сейчас догоню. Ну, говорят, такое, как на этом ставке ловится окунь и плотва. Ну, мы проверим это, ребят, обязательно проверим. Потому что надо. Мы ж все-таки не зря сюда приехали. Надеюсь, посмотрим, что тут покажет рыба на этом ставке, что она здесь есть. Очень сильно на это надеюсь. Вон они спускаются, сейчас я их догонять буду. Но рыбаки, кстати, на льду есть. Есть рыбаки. Поэтому я думаю, они ж не просто так здесь сидят. Поэтому, да, буду сейчас тоже догонять. Тут лед, блин, хоть бы не упасть. Аккуратно надо спуститься. Ну, в общем, ребят, все, буду уже подходить к ставку. Кстати, ребят, как отпраздновали Новый год? Как отпраздновали вообще? Сколько лишних килограмм набрали? Напишите в комментариях. Интересно будет почитать, кто как отпраздновал. Ой. Уже чуть-чуть осталось. Я почитаю обязательно и пролайкаю все комментарии. Поэтому напишите, как вы провели свой Новый год в комментарии. Будет интересно почитать. Все, я догоняю уже и захожу на столочек. Вот, смотрите, вот уже чуть-чуть осталось. Поэтому все, быстренько, догоняю, добегаю до них. Все, давайте. Вот рыбак какой-то сидит прям под берегом. Надо будет подойти потом к нему спросить, что там вообще по клюву. Так, а вот уже и будем делать заход на ставочек. Так, вон уже наши зашли. Так. Ну, в принципе, они легко зашли, поэтому... А, ну это пляж, что ли? Смотрите, какое песчаное дно. Тут вот песок, наверное, пляж, что ли? Ладно. Ой-ой-ой. Оу, щит. Смотрите, ребят. Скользко еще, блин. И вода на льду. В общем, поставили вот две удочки. Это просто без поплавка на кивок. На опарыша. А это вот с поплавочком, вот видите. На кивочек, короче. Пока что нету поклевочек ни одного. Удара не было, ничего. Ну ничего, мы не расстраиваемся и будем ждать дальше поклевки. Вот смотрите, мужики сидят по ставку. Это. Но мы будем ждать дальше. Поклевочку хоть какую-то. Смотрите, какие модные перчатки, ребят. Ладно, будем дальше продолжать. Посмотрите, ребят, какой рассвет. Красота какая. Ради таких моментов и стоит жить. Вообще красотища, посмотрите. Класс. Просто класс. Девушка сидит, рыбачит. Да, снимаю. Сидит рыбачит девушка.
хозяин решил сюда прийти, короче, порыбачить. Ну, вообще, что-то не хочется. Вот так вот мужику по ставку сидят, и ни у кого нету сработок. Вообще. Да, дядюшка. Прошелся, короче, дядюшка проблеснил. Ни одной поклевки и не было. Ну что, ребят, первая рыбка есть, смотрите, вот такая вот плотвичка клюнула, посмотрите, на мотыля. Ну хорош, хорош, смотрите какая, в принципе неплохая. Вон дядюшка стоит, пробует. Что-то у него тоже там была поклевка, короче, но сошло. Вот такая плотвичка взяла, красивая. О, смотрите, красота. Ладно, продолжаем. Ребятки, девушка раздавился, сейчас найду до него. Красавчик, вообще. Смотрите, ребят. Какая. А ну возьми. Красивая. Всяка мормышечка. Мормышка какая вот. Отлично, ребят. Продолжать будем дальше. Вот с этой лунки. Красивая, смотрите. Ребят, еще одна плотвичка нашей копилочки. Хорош. Неплохая, неплохая такая. Пока ты подашь. Вот, смотри. Кидай. Лунку? Да. Опа, да. Еще одна плотвичка в нашем пакетике. Там есть, в общем-то, и окунь. Вон он. Вот его видно тоже. В общем, поймали мы еще и окуня. А неплохая такая плотвинка. Клюнула. Ну вот смотрите, а вот это стоит рядом прям. И без дела. С этой лунки идет. Девушка, он вообще, он гуляет, там поставку ищет. А, ну, тут, ну это хорошо, то что повезло, одну поймали. Сейчас будем дальше пробовать. Посмотрите, ребят. Как будто открытая вода. На самом деле это просто лед. Как зеркало, как будто. Красота какая. Вообще. Как будто по открытой воде ходим. На самом деле лед. Красота. Оп, ребят, смотрите, там еще две плотвинки красуются у дедушки на льду. Смотрите, какая одна большая, такая крупненькая. Ну, вторая немножечко поменьше, но ничего. Смотрите, вот дедушка тут стоит дальше, ловит на кивочек. Вон, смотрите, вот какой кивочек. Ну, неплохие плотвички, неплохие такие вот. Ребят, на воду, надеюсь, вам видно. О, смотрите, дождик пошел. Смотрите, как это смотрится. Вот как. Ну, блин, в жизни это лучше смотрится, чем на камеру.
Ну вот такие вот дела, короче. Дождик пошел. Вон девушка, я уже показывал в прошлом кадре. Поймал, короче, две плотвины, ну таких хороших, хороших. Это... Ну клев такой, не очень, если честно. Не хочет, ребят, клевать что-то. Думали, воскресенье, типа, оно ж было минус 20, а тут такое уже 3 дня плюс 5 где-то. И мы думали, оно типа на отепление будет ловиться, оно ничего. К огромному сожалению. Ну ладно. Я буду уже дальше возвращаться к своему месту, дальше рыбачить. Посмотрим, что будет дальше. В общем, ребят, пока вот это вот оно не клюет, хочу вас попросить подписаться на канал и поставить лайк. Давайте, ребятки, давайте до 9 марта. Почему именно до 9 марта? Потому что 9 марта у нас день рождения канала, 2 года канала. Поэтому, ребят, до 9 марта, пожалуйста, добейте 2000 подписчиков. Можно даже больше, в принципе. Чтобы их добить, ребятки, вам не стоит просто нажать красную кнопку подписаться, потому что 45% людей смотрят наш канал без подписки, ребят. Это что такое? Давайте подписывайтесь, скоротим этот процент, добьем 2000 подписчиков к дню рождения канала. Даже, возможно, больше. Поэтому, ребят, те, кто еще не подписан на канал, подпишитесь. А те, кто уже, у кого горит серая кнопка подписаться, то красавчики, спасибо вам за то, что продолжаете поддерживать нас, наш канал. Этот, чтобы еще так больше наш канал развивался, рассказывайте о нашем канале всем своим друзьям, близким, родственникам и так далее. Есть там кнопочка поделиться, берете, копируете, либо же скидываете сразу в какую-то соцсеть, какую вам удобно. Все, ребятки, будем дальше продолжать рыбачить. Не забудьте подписаться. Ну что, ребят, вот такой вот у нас получился сегодня улов. На таком вот улове наша рыбалочка завершается. Хорошенькие вот плотвички, один окушочек даже клюнул. Неплохая сегодня рыбалочка. Вот это наш улов с учетом того, что тут мы были 3-4 часа всего лишь-то. Нам уже пора уезжать, поэтому... На таком улове мы заканчиваем нашу рыбалочку. Да. Вот тут воды было куча, тут вообще некомфортно рыбачить было. В общем, уже будем собираться домой. И будем уезжать. Ну, рыбка неплохая. Да, ты Андрюху заснял. Да. Идем, ребят, уже домой. Точнее, поднимаемся к машине. Девушка вот. Ой. Ой, ребят. Поднимаемся, короче. Нагружены. Поднимаемся на гору. Вон. Ладно, будем завершать видос. Ну что, друзья, на вот таком вот... На такой вот ноте мы заканчиваем наш видос. Вот такая у нас получилась рыбалочка. Небольшой улов, но зато плотвички, ну, достойные, хорошие плотвички. В общем-то, погода, в принципе, нормальная. Только то, что была вода на льду, было как-то не очень мешалось, если честно, ребят. Ну что ж, вот вы видите на заднем флане ставок. Шапка легендарная теперь. Это будет как символ нашего канала, эта шапка. В особенности на зимней рыбалке. Ну вот такой видос получился. Надеюсь, он вам понравился. Оцените лайком, подписочкой на канал и комментарием позитивным, самое главное. Ну что ж, друзья, с вами был канал Young Fishers, Владос. Всем удачи, ребятки. Всем пока. До новых встреч. Ждите нового видоса. Всем пока.